Видео представлено сайтом onlinegdz.net, номер 975. Преобразуйте в многочлен. Х минус 5 в квадрате плюс 2х на х минус 3. Первое слагаемое представляет собой формулу квадрат разности двух выражений. Открываем, получаем следующее. Х квадрат минус 10х плюс 25. Далее умножаем 2х на х минус 3. 2х квадрат минус 6х. В полученном выражении приводим подобное, и в результате получаем такое выражение. 3х квадрат минус 16х плюс 25. Y плюс 8 минус 4y на y минус 2. Снова на первом месте у нас стоит квадрат суммы. И второе произведение мы раскрываем и учитываем, что перед ним знак минус. Получается выражение y квадрат плюс 16y плюс 64. Минус 4y квадрат плюс 8y. Смотрим. Y квадрат минус 4y квадрат минус 3y квадрат. Плюс 24y плюс 64. Результат нашего преобразования. А минус 4 умножить на А плюс 4 плюс 2А минус 1 в квадрате. Первое слагаемое представляет собой произведение суммы разности двух выражений. Это разность квадратов двух выражений. А второе слагаемое – это квадрат суммы. Итак, а квадрат минус 16 плюс 4а квадрат минус 4 плюс 1. Приводим подобное. 5а в квадрате минус 4а минус 15. b минус 3 умножить на b плюс 3 минус b плюс 2 в квадрате. B квадрат минус 9 минус b квадрат минус 4b минус 4. Первая у нас стоит формула разность квадрата, вторая квадрат суммы. Приводим подобное. В результате получится двучлен. Минус 4b минус 13. Следующее выражение. 2а минус 5 в квадрате минус 5а минус 2 в квадрате. Решать можно двумя способами. Либо раскрывать квадрат каждой скобки, либо перед нами разность квадратов. Применим первый способ. Раскроем первый квадрат разности. 4а квадрат минус 20а плюс 25. И второй квадрат, учитывая, что перед скобками минус. Минус 25а в квадрате плюс 20а минус 4. Приводим подобное. Минус 21а в квадрате плюс 21. 3b минус 1 в квадрате плюс 1 минус 3b в квадрате. Раскрываем квадрат разности у обоих слагаемых. 9b в квадрате минус 6b плюс 1 плюс 1 минус 6b плюс 9b в квадрате. Приведя подобные, получим выражение. 18b в квадрате минус 12b плюс 2. 2х плюс 1 в квадрате минус х плюс 7 на х минус 3. Квадрат суммы. 4х квадрат плюс 4х плюс 1 минус х квадрат минус 3х плюс 7х минус 21. Раскрываем скобки, перед которыми знак минус, и переводим подобное. 4х квадрат минус х квадрат 3х квадрат. 4х плюс 3х и минус 7х взаимно уничтожаются. И 1 плюс 21 плюс 22. Конечный результат преобразования 3х квадрат плюс 22. 3у минус 2 в квадрате минус у минус 9 на 9 минус у. Преобразуем наше выражение. На первом месте стоит квадрат разности, на втором мы просто раскроем скобки. 9у квадрат минус 12у плюс 4 минус 9у минус у квадрат минус 81 плюс 9у. Результат раскрытия скобок взяли в сами скобки. Поэтому выражение такое. 9у в квадрате минус 12у плюс 4. Минус 9у минус плюс у в квадрате плюс 81 минус 9у. Получаем результат. 10у в квадрате минус 30у плюс 85. Больше видео. Подписывайтесь на наш канал.